Приветствуем вас на портале StarLabs. Угадайте, что у нас сегодня на распаковке? Вот он, долгожданный Samsung Galaxy S8 Plus. Красавчик на 64 гигабайта. Ну что ж, скромненько, но со вкусом. Поехали. О, как прекрасен этот миг. Берешь и делаешь вот так. Вот он красавчик. 6,2 дюйма, 64 гигабайта и 4 гигабайта оперативной памяти. Ну-ка, давай-ка. Опа. Хорош, хорош. Цвет Coral Blue. Сверху разъем под сим-карту. С правой стороны кнопка включения. На нижнем торце сетка динамика и микрофон. Разъем быстрой зарядки Type-C. И спасибо Samsung, что оставили гнездо гарнитуры 3,5 мм. С левой стороны дополнительная кнопка и качелька громкости. Мы видим камеру Dual Pixel на 12 мегапикселей, сканер отпечатков пальцев, вспышка и датчик сердцебиения. Спереди динамик, датчики приближения, фронтальная камера на 8 мегапикселей и светодиод уведомлений. Ну что ж, хорош, хорош. Ребята, вы знаете, 6,2 дюйма, но практически не чувствуется, лежит просто великолепно, как влитой. А что же еще в этой замечательной коробочке? Так. Язычок застрял. Так, скрепочка. Инструкция. Гарантийная карта. И инструкция, как перенести данные на новый смартфон. Ух ты! Посмотрите на эту красоту. Просто бомба. Наушники. Наушники не простые, а брендированные АКГ. Кабель. Вот знаете, ребята, умеют преподнести. Посмотрите, как кабель уложен. Все красиво, все четко. USB Type-C. Так, а это что за конфетка? Две пары силиконовых амбушюр большого и малого размера. Переходник Type-C, микро-USB. Молодцы, молодцы. Все предусмотрели. Так, и это у нас переходник с Type-C на обычный USB. Ну, Samsung, тебе благодарочка. Блок питания зарядки с европейской вилкой. Поддержка быстрой зарядки. Смотрите, какая интересная зарядка. При выходном напряжении 9 вольт, ток 1,67 ампера. И при обычной зарядке 5 вольт, 2 ампера. Класс. Так, и что ж тут? Что-нибудь еще нам спрятали? Спрятал нам Samsung. Все, к сожалению, больше ничего. Ну и на том спасибо. Друзья, посмотрите, какая комплектация. Она просто шикарна. Однозначно, Samsung зачет. Попробую включить. Первое включение. Та-дам! Galaxy S8 Plus. Приветствие на польском. Выбираем русский язык. Окей. Добро пожаловать. Принимаем все. Пока пропустим. Нет, спасибо. Пропустить. Телефон сразу предлагает нам перенос данных. Позже посмотрим, что у нас в настройках телефона. Сведения о телефоне Galaxy S8 Plus. Версия Android 7.0 и версия оболочки 8.1. Рамки у телефона очень тонкие, и при просмотре видео это доставляет особое
ощущение пространства. Видео на таком экране смотрится, ну, просто фантастически. А еще к нашему красавцу приехали вот такие ништячки. Защитное стекло от бренда 3MK для Samsung Galaxy S8 Plus Special Edition. Противоударный защитный чехол от бренда UAJ. Друзья, на этом все. Это была короткая распаковка. К нам еще едет одна интересная вещица. Это такая волшебная коробочка под названием DeX, которая позволит превратить наш смартфон системный блок для более профессиональной работы. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи. С вами был StarLabs. Пока-пока.